Привет, друзья! Сегодня хочу вам представить интересное блюдо. Будем готовить с вами куриные рулетики в беконе, в сливочном соусе с грибами. Давайте посмотрим, что нам для этого понадобится. Да, совсем, ребят, забыл сказать. Смотрите, какой я фартук приобрел. О, с моим названием канала. И, как обещал, буду готовить в перчатках. Так что погнали работать. Кому понравился фартук, ставим лайк. Ну что, друзья, нам для этого рецепта понадобится, соответственно, курочка, филешка, сырок 200 грамм, как обычно, любой натертый на терочке, сыр творожный с зеленью. Ну, там по усмотрению можно любой, на самом деле. Ну, он ароматный, вроде хорошо подходит. Бекончик вот такой вот, свиной. И шампиньончик, нарезанный пластинчиками, пластиночками. Так, лучок репчатый, кубиками нарезан один лучок. Потом сливочки, естественно, понадобятся нам для соуса. Перчик, соль и маслица. Вот такие незатейливые продукты, ребят. Давайте начнем готовить, мои любимые друзья. Будем наши кусочки филе сейчас отбивать. Немножко, конечно, будет шумно, но я покажу на примере, примерно как это сделать. И сделаю все. И продолжим дальше. Примерно вот отбиваем пластиночку. Ребят, это очень шумно. Очень шумно. Примерно вот через пакетик только отбиваем. Вот, нам нужны вот такие вот плюшечки, чтобы получались. Так что продолжать будем сейчас делать. А вот вам перчатки. Очень удобно. Салфеточкой потом вот так вот вытер. Оп. А руки все равно чистые останутся. Класс. Советую купить. Очень удобно. Такие чудо рулетики я налепил. Ну а теперь самое сложное это было. Сейчас будем это все дело обжаривать и готовить соус, ребят. Ну что ж, наша маслица раскалилась. Надо это все аккуратненько класть сюда. Вот так. Обжаривать. Главное так прижарить, чтобы это у нас не развалилось, чтобы можно было это все перевернуть, ребят. Поэтому нужно быть предельно осторожным.
Сейчас сало будет шкварчать. Мы, наверное, прикроем крышечкой это все дело. Надо, чтобы это все провести у нас. Потому что оно ужарится и станет все равно меньше размером. Да, господа кулинары, поправьте, если это не так. Ну что, обжариваем и дальше включимся и продолжим с вами. Вот удобно как вообще. Так, ну что, жарятся наши сушки, подсолим немножко, потихонечку сверху. А потом у нас совсем не солит, вот так немножко подсолим. И, соответственно, что сделаем? Поперчим, ребят, конечно. Вот так вот. Немножечко, ребята. Друзья, ну что, давайте готовить соус. Я зажег вторую сковородочку и будем сейчас готовить с вами соус. Для этого нам надо обжарить лучок, а потом еще к ним добавить вот эти вот замечательные грибочки, ребят. Так что сейчас вот определимся. Добавляем лучок и обжариваем его примерно, ну там, немножко до золотистости. Так, ребят, перевернул на другую сторону, поджарить надо тоже. Видите, как зарумянились хорошо. Так, с другой стороны тоже зарумяним. Так, наш лучок обжаривается. Так, соус будем делать, в котором потом все вот это вот зальем. Это будет очень вкусно, ребяточки. Прям лайкните меня, пожалуйста, друзьяшечки. Как вам фартук? Напишите вообще в комментариях, как вам фартук, понравился или нет. И в перчатках удобно, конечно, но руки, конечно, мокреют под ними. Конечно, это минус. Но зато потом после этих всех соусов и специй руки ничем не пахнут и чистые. То есть снял и выбросил. Продолжаем готовить, ребят. Ну что, друзья, лучок наш обжарился. Поменял я местами, там тушится. На малый огонь поставил. И наши грибочки сюда. Они ужарятся, не обращайте внимания, что типа их так много. Это немного. Нормально, они сейчас усядут в два раза. Грибы и шампиньоны, ребят. Вот, так что их надо тоже обжаривать. Соус готовим. Соус. Сейчас они поджариваются и будем добавлять следующие ингредиенты сюда. Ну и немножко подсолим, соответственно, конечно. Соус не солился, в отличие от наших рулетиков. Рулетики мы подсаливали и внутри немножко, когда заворачивали, и снаружи, уже когда были обернуты в бекончик. Ну вот так вот. Пускай обжариваются. Дальше мы с вами включимся и покажу, что делать дальше, ребята, друзья. Ну что, ребята, наши грибочки уже подрумянились. Давайте уже заливать наши сливочки. Выливаем сюда наши сливки. У меня две пачечки по 200 грамм. Выливаем их. И надо будет еще наш соус, соответственно, подсолить. Так, 10% у меня. Ну, берите, какие вы любите. По сути, не особо и важно. А, еще вот, смотрите, ребят, у меня тут остался сыр. Я его тоже сюда кину. Да и все. А это съем. Вкуснятина. Вообще бомба. Сыр вкусный. Это типа, знаете, сыра, ну, как вот бывает, знаете, там, альмета, что-то типа такого рода. А это другой фирмы. С травами какой-то. Ну, мне нравится. Так. Немножко подсолим. Это надо будет пробовать. Это все делайте на свой вкус, ребят. Так, немножко для загущения кину нашего сюда сыра, натертого, естественно. Чуть-чуть, потому что остальное пойдет уже
конце готовки. Покажем. Все покажем и расскажем, ребят. Так что не переживайте. Доводим немножко до кипения и будем это все дело заливать в наши рулетики. Пускай закипает. Ох, и вкуснотища пахнет. Ой, ребят, не представляете, как вкусно это пахнет все. Ну что, ребят, наш соус немножко покипел. Давайте это все дело аккуратно вот так все постараемся вылить. Кто любит сыр, ребят, пишите в комментариях. Давайте создадим с вами банду любителей сыра. Как вам такая идея, ребят? Вот что приходит на ум, да, во время готовки. Вам приходят странные идеи, когда вы что-то либо готовите, ребят? Так, оботрем, чтобы не капало на пол. Так, и уберем сюда в мойку. Сейчас все распределяем. Наш соус весь. Ого, сколько получилось, хорошо. Рассчитал, ё-моё. Ну все. Наш грибной соус, пускай тушится все это дело. Покипит немножко. И можно будет кушать. Вот такая вот получится штука у нас с вами. Ого. Я думал, будет меньше. Получилось прямо вот вровень сковородки. Хорошо большую взял, ребят. Ну ладно, пускай кипит. И надо будет посыпать чуть сырку, потушим немножко. Друзья, 5 минут тушится. 5 минут на малом огне. И что, друзья, засыпаем наш сырок сверху. А как же без него? Так что сыр здесь немаловажный ингредиент. Или, как сказать, супергерой. Сырный герой. Все высыпаем, ребята. Ставим лайки, кто любит сыр. Пишите в комментариях. Есть любители сыра у нас? Расскажите мне. Я люблю очень сырные рецепты, так что готовьте тоже на своих каналах. Друзья, я с удовольствием буду эти рецепты смотреть у вас тоже. Молодцы. О, смотрите, какая сырная шапка получается. Надеюсь, видно на камеру, ребят. Просто даже не ожидал так. Первый раз готовлю такое блюдо. Вот. Так что пишите в комментариях, какое блюдо еще сделать со сливочным соусом, если вам что-то интересно. Вот. Чего-нибудь с вами приготовим интересное. Так, ну что, пускай так потушит, сейчас крышечкой накроем. Еще минуточек 5, наверное, плюс-минус. Ну, посмотрим там примерно. Ой, друзья, ну что, вот, получилось наше с вами блюдо. Даже не знаю, это круто. О-о-о. Пою сейчас кварда, не свисти. Так, теперь бы увидеть, где это у нас тут все рулетики эти. А сыру-то получился, а, вот, нашел сразу же, вот он где. Так, пойдем. Так, нам надо как-то так рулить, положить и полить на соусец. Так, давай рожечку возьмем. Так. Ой, сыр и соус. Во, так, во, красиво. Вот так, наверное, и сделаем. Сейчас с вами попробуем это блюдо. Вилочку оставим. Так, сейчас будем пробовать, ребят. Ну что, друзья, кто досмотрел до этого момента, молодец. Давайте пробовать. Напишите в комментариях, как вам мой фартук. Понравился, нет? О, ну вроде все готово. Так. Все готово. Давайте попробуем. Горячее, наверное. Очень вкусно. Ребята, все пропечено. Если видно на камеру. Вот. Так.
в воде сырья никакого нету. Грибочки. Сыр тянется, смотрите. Ой, вообще. Очень вкусно. О, вот тут-то как раз и этот сыр, который я внутрь его вначале упаковывал в это мясо. Вот он. Это. О. Ребята, это очень вкусно. Посоли нормально. Вот. Ну, это все на вкус каждого. Соленость регулируйте сами. Ну что, друзья, ну как обычно, спасибо всем, что вы пишите мне комментарии, оставляете лайки. Это очень приятно, друзья. Так что подписывайтесь, новые ребята, которые смотрят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, проходите на мои другие соцсети, все в описании внизу. Спасибо, друзья. До следующих видео. С вами мои любимые друзья.